3 июня, рыболовный клуб «Савельево 2». Вот такой вот у Александра и Светланы улов сегодня за день. Александр, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, на что клевало сегодня? Только кукурузу, больше ничего. Опарыша не хотел. Опарыш не хотел. Светлана, вы, так я понял, участие тоже принимали активно? Активное, да. Половину. Половину лова мое. Ясненько. Ну, у вас на двоих тогда получается 2,950. 21,950. Ну, 22 килограмма будет считать. Что, прикормки скажи? А прикормили? Гринфишинг, карп и премиум карп. Ага. И черная краска. Черная краска, понятно. Черного цвета, в общем, прикормка. Да, да. Ясненько. Ну, так в целом рыбалка понравилась? Отличная рыбалка. Ну, приезжайте еще тогда к нам. Обязательно. Будем всегда рады вас видеть. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. До свидания.